Всем привет-привет, сегодня стирка на канде, сегодня не полный цикл снимаю, сегодня так, чисто процесс стирки подснять. Программа синтетика и цветные ткани 40 градусов, 1000 оборотов, среднее загрязнение, начальное время час 47, сейчас до конца осталось час 44, машинка сейчас, так, у нее проходит взвешивание. То есть если работает КГ-детектор, это означает, что у машинки сейчас проходит взвешивание. Вот сегодня стирка цветного. Что там особо немного, и машинка может не подбросить время. Так, ну вот, в принципе, пока взвешивает. Если машинка мне скидывает время, это означает, что взвешивание закончилось. Вот я жду. Нет, пока взвешивает. Сейчас я включусь. Все, машинка взвесила. Вот уже час 21 осталось до конца. Мне, в принципе, пойдет такое время. Мне просто главное, чтобы вещи хорошо простирались. Ну, отжим я тут максимальный поставил, как тут на программе стоит. Тут максимальный, вот на программе это 1000. Слава богу, тут 1300 недоступно. То, мне кажется, синтетика после 1300 бы все. Она не выдержала бы такие сильные обороты. Так что... Теперь я вот вообще стараюсь ставить им отжим, если вот какую-то там программу включать, то я стараюсь ставить вообще 800 или 1000. Ну, пока, ну, ставлю по большей части 1000 оборотов. Ну, потому что мне надо, чтобы белье было сухое. Ну, ну, немножко, чтобы было влажное, но сухое. То есть высохнет оно все равно на балконе, там где-нибудь. Так, забыл вам сказать, по средствам я добавлял Бимакс. Вот Бимакс, потому что не цветное. У меня может еще... Ну, персил, я говорил в одном из своих видео, что у меня будет, но у меня, скорее всего, он может быть чуть позже. Потому что, потому что мне кажется, новое средство у меня точно будет чуть позже. Потому что я вот думаю. Потому что я вообще думаю покупать еще не персил уже, а ласку для цветного. То есть, если у меня сейчас есть ласка для темного, то мне нужна ласка для цветного. Но по поводу светлого я не знаю, есть ли такая ласка, я что-то просто не смотрел. Надо посмотреть, а есть ли вообще такая ласка для светлого белья. Там сегодня такая вот загрузочка. Нормально. Машинка уж будет отжимать такую загрузку. Так, следующая стирка у меня, скорее всего, уже темная будет. А вот уже нагрев пошел. Так, ну темный, я не знаю, скорее всего, буду программы через Wi-Fi уже ставить. А смешанные там, смешанные на 1,5 часа поставлю. Потому что я уже не хочу пользоваться быстрыми. Быстро это уж там, если очень прям так мало вещей, то можно как раз попользоваться быстрыми программами. А так, в принципе, ну, я решу, потому что я еще темно еще не скоро стирать буду. Так что как-то так. На звуки сзади, на заднем плане на звуки не обращайте внимания. Так, ладно, сейчас последнее кручение сниму и буду завершать видео. Я просто не планировал очень долго снимать, я решил так чисто процесс подснять и все. Мне трудно это не снять. В общем, сейчас пром отжим на канде. Программа все та же. Вот смотрите, канде прям очень хорошо разложилась. Хотя причем тут загрузка маленькая. Обычно канде они не могут разложить маленькую загрузку по-нормальному. Но моя прям хорошо разложилась. Ну, первая промежуточная, она также разложилась. Вот сейчас уже второй промежуточный, и после первого полоскания вот 26 минут осталось. Жду, когда она разгонит обороты. О! Почему это, интересно, здесь с балансом идет? Ну ладно, ей виднее. Ой.
Вот когда была программа «Белый хлопок 40 300», это у меня стрим был по этой программе, вот машинка на 1300 финальный режим, вот прям с таким же здесь балансом пошла, вот почему она и уехала у меня. Ну, точнее, сдвинулась. Прям почти что такой же был, а может и чуть похуже. Но я был уже видео, я просто снимал тогда. Так вот, 24 минуты. И все. Хотя нет, она сейчас еще будет разгоняться. Кстати, у кого такая же машинка? Я вам сейчас дам совет. В общем, если вы хотите почистить фильтр у нее, вы не сможете пальцем открыть вот эту вот крышку, иначе вы так без пальца останетесь. В общем, берем какой-нибудь подручный предмет, цепляем вот за это вот отверстие тут и открываем спокойно. О! Интересно, сколько вот этот пром будет оборотов. Ой, а вот и Сунга поехала уже. И вот уже полка вибрирует даже от машинки. Ой, вот и уже Ласка у меня поехала гулять. Нормально. А, все. Сейчас посмотрим, как она остановится. Нормально. Так, ну я так понял, на этой программе будет полоскание, дальше уже снимать уже точно не буду. Так что, все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся, всем пока.